Продолжаем финал. Следующий танец – самба. Спасибо парам. Аплодисменты. Финалисты латиноамериканской программы категории «Молодежь-2». Близится к завершению первый конкурсный день. Завтра вновь на паркете спорткомплекса «Falcon Club Arena» продолжится соревнование международного турнира по спортивным бальным танцам «Минск Open Championship 2021» в 9:30, в 14:00 и в 18:00 наполненные отделения, розыгрыш комплектов наград. Ну и в вечернем отделении категории «Молодежь и взрослые» будут соревноваться в программе «Стандарт». И состоится еще один титульный турнир категории «IDSU Гран-при» в программе «Стандарт» для категории «Взрослые».